Ждем сейчас батюшку. Тут видите руины старого храма. То есть строится вот такой деревянный небольшой на месте разрушенного. А там озеро. Внизу вот, судя по всему. И я смотрю, что храм-то здесь был большой. Раньше вот очень... Такой объемный фундамент, то есть каменный. Вот видите, вот, вот так идет, вот так вот. То есть очень храм большой был здесь. Но его разрушили в годы советской власти. Красиво, но места безжизненные практически. То есть деревня здесь умирает. Good.
Благословен Бог наш всегда на непресной веки веков. Аминь. Царю небесный, утешитель души истины, и железнецы, еся исполняя и сокровища благих, и жизнеподателю, приди, вселися вны, и очисти нас всякие скверны, и спаси блажа души наша. О, Пресвятая Госпожа, Владычица Богородица, Высшие си всех ангелы, архангелы, все твари честнейшие, помощницы и все видимых, не надеющихся надеяния, убогих заступница, печальных утешения, алчущих кормительница ногих одеяния, больных исцеления, грешных спасения, христиан всех поможений и заступления. О, всемилостивая Госпожа Дева Богородица, Владычица, милостью Твоей спаси и помилуй, святейшие патриархи и преосвященные митрополиты, и вся православная христиана, ризою Твоей честной защити, и умоли, Госпожа, из Тебе бессемени воплотившегося Христа Бога нашего, да припаяшат нас силою Своей свыше на невидимые и видимые враги наши. О всемилостивая Госпожа, Владычица Богородица, воздвигни нас из глубины греховной и избави нас от глада губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения на племенных и междоусобной брани, и от напрасной смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветров, и от смертоносной язвы, и от всякого зла. Подашь, Госпожа, мир и здравие рабов Твоим всем православным христианам, и просвети ум и очи сердечно, ежеко спасение, и сподобины грешные рабы Твоя, царствие Сына Твоего, Христа Бога нашего, яко держава Его благословенная и препрославлена, с обезначальным Его Отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим Его Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Царице моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сиры и странных предстательнице, скорбящих радости, о видимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози меня ко немощну, покорми меня ко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не има миныя помощи, разве тебе не иные предстательницы, не благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь меня и покрыешь во веки веков. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дева, Бога избранная от Раковицы, и чтим образ Твой святый, им же точишь и исцеление, всем с верою притекающим. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую, первую, славнейшую, без сравнений Серафим, без исцеления Богослова, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, имени Пресвятой, великими копами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскресе из мертвых, Христос истинный Бог наш. Молитва Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых и праведных Бога Отец, яким Анны, всех святых, помилуй Ты, спаси от нас, яко была и человека любец. Аминь. Ага, так вот машина. Зря он сюда заехал-то. Вон он тут буксует. Наверное, сейчас не все. О,
как его таскают. Ну, классика довольно-таки проходимая автомобиль, поэтому даже на моноприводе карабкается более-менее. Ну, а мы-то уж тут как по асфальту едем. Для нас это не преграда. Участок пути. Уже дорожка, я смотрю, тут нормально облагородили. Что когда мы часовню строили здесь на тракторе, пробирались, только-только тут работал экскаватор. Стелили тут. Здесь вот доедем, развернемся и машину мы оставим вот здесь вот. Между этих елочек самое-то главное протиснуться, а дальше-то нормально там. Во. Вот так вот. И все.
Дальше дорога хорошая. Пни тут. Надо тоже их аккуратно объезжать. Так. Вот тут пообрубили эти самые сучья, тут мешали. Получше сделали. Так. Что-то я тут куда-то заехал, не туда. О! Вот и все. Дорога, короче, стала здесь лучше. В принципе, там до самого места можно на машине проезжать. Если кое-какие деревья пообрубить, может, они уже обрублены. Поэтому я не знаю. Вот. Сейчас посмотрим. Так, задел чем-то. Пни. Такая не слабая, здесь блокировка требуется. О, так вот все. И вот сюда. Так вот. И вот здесь я в прошлый раз машину оставлял. Тут можно развернуться. Так, что тут? Тут, наверное, и припаркуюсь вот здесь вот. Дальше уже не проехать, здесь березки стоят. Все, достаточно. Ну, теперь пешочком. Если здесь лишние деревья свалить, то можно до самого места ехать. Дорога неплохая. И вот мы на месте. Территория лагерного пункта. Здесь начинается. Стенды. И вот наша часовня. Вот смотрите, тут даже печка появилась. Будет, то есть, будет здесь теплушка. Так, ну что, надо, наверное, чай будет поставить сейчас. Ставим воду согреться. Заварим чай или кофе попьем. Кофе у нас есть. Алёва пьет какао из термоса. Вот. А батюшка там готовится служить молебен. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и пресной во веки веков, аминь. Покой, спаси наш, справедный мир обы Твоя, и сия всели во дворы Твоя. Яко же исписано, презирая яко благ прегрешений, вольно и невольно я, и сияя же видений неведений, человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресной во веки веков, аминь. От Девы сия вы миру Христе Боже, Сыны Света Твою показал и помилуй нас. Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь по им вопияше. Не свят, яко же ты, Господи Боже мой, вознеси рог верных твоих блаже, и утверди вы нас на камени исповедания твоего. Покой, Господи, душу усопших раб твоих, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресно и во веки веков, аминь. Паки, миром Господу помолимся, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих, протерей Феодора, протерей Пантелеймона, Валентина, Пелагея и Иакова, и помяни, Господи, всех в Можегодском лампунте, вере скончавшихся православных христиан, и еже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, я когда Господь Бог учинит души их, и где же праведнее покаяются. Господи, помилуй, милости Божие, Царство Небесного, и оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя, и Бога нашего просим, подай, Господи, яко ты еси воскресенье, и живот и покой усопших раб твоих, всех зде нами ныне поминаемых. Христе Боже наш, тебе славу воссылаю, с обезначальным твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. На этом стенде показана как раз таки карта лагерей, которые здесь находились, лагерных пунктов. Мы находимся сейчас вот здесь, вот на 12-й позиции, 12-й номер. И дальше вот они связаны вот по цепочке. А вот это вот была как раз таки монорельсовая дорога, по которой вот на станцию Явинга отвозили лес. Вот как раз вы эту дорогу и видите, то есть вот эти вагончики, монорельс наверху, и вот она, монорельсовая дорога, вот путь, вот рельс наверху, узкоколейный рельс на таких вот столбах, вот такой вот тепловоз интересный, такие интересные вагоны, грузили их равномерно, чтобы не перекашивало с двух сторон, значит, одинаково грузили и везли. А вот заключенные работают. Вот их ведут охранники. И тут вот показана история. Это вот остаток стены. Ну, я сейчас давайте пройдусь тогда, покажу вам все объекты, которые здесь остались. Начнем тогда со входа в лагерь. Начиналось все вот тут, вот здесь заключенные переступали порог вот этого вот лагерного пункта. Хотя, по некоторым сведениям, ну, с долей вероятности в 90% здесь был лазарет. То есть этот лагерь был, здесь находились больные. Почему так далеко, почему в лесу, непонятно. Почему именно здесь был организован лазарет. Но, однако же, все указывает именно на это. И вот здесь вот сохранился периметр. В других сюжетах я уже это показывал. То есть вот она колючая проволока. Раз периметр. И второй он вот здесь вот. То есть два ряда колючки. Сейчас мы пройдем. Тут недалеко до угла лагеря. Я здесь границы в прошлый раз определил, веревочку натянул, соответственно.
угол. Угол вот здесь вот находится. Вот. Вот тут вот идет какой-то ров зигзагообразный. И вот в этом углублении мы видим как раз таки оба периметра можно смотреть. То есть вот она, раз колючка. И вот она. Вот она, два колючка. На таком вот расстоянии примерно, сколько тут, метра три, наверное. И вот такой вот, такой вот ров здесь по периметру лагеря организован. С той и с другой стороны. Ходить надо аккуратно, чтобы не проколоть сапог. А слева от входа территория выглядит следующим образом. Вот мы дошли до левого угла. Вот он тут находится. Если пройти чуть дальше, за периметром, мы можем обнаружить вот такую вот землянку. Вот она. Вот вход. И примерно, ну, где-то 4,5 на 7 метров, наверное, она размером внутри. Здесь вот. Я думаю, что это был, ну, что-то типа погреба, где хранились продукты. То есть это за периметром, за внешним периметром находится этот объект. Пойдем дальше. По всей территории встречаются вот такие вот прямоугольные либо квадратные углубления и образуют их сруб. То есть это сруб, опять же, для чего это непонятно, но их здесь очень много. А здесь мы видим остатки барака. Вот брус, вот угол. Угол барака. Этот барак полностью обвалился. И сейчас я вам покажу. В этих бараках находились вот такие вот складные кровати. Я выяснил, что это госпитальные кровати, вот спинки. И, соответственно, во всех бараках они были. И опять мы видим вот такие вот прямоугольные, здесь уже большая яма. А вот там дальше квадрат поменьше, уже был обвалившийся сруб, сгнил. Видим очертания чего-то, то есть что-то тут было, прямоугольник какой-то. Кто знает, пишите. Вот кто знает про лагеря что-то, нюансы их строительства, устройства, напишите. Было бы интересно услышать ваше мнение. Структура лагерей. Вот тоже, пожалуйста, вот, вот здесь тоже какой-то большой прямоугольник. Что-то здесь тоже находилось. Ну, а тут уже барак более, так скажем, в таком относительно других нормальном состоянии. То есть вот угол один. И если мы пройдем вот сюда, вот идем, то тут сохранились прямо вот эти вот кровати. Вот они стоят рядами. Раз, вторая вот кровать, вот спинка. Там вот, видите, четыре койки. То есть они вот, пожалуйста, здесь вот находятся. Вот
больше не видно. Очень много стекла. Мне сказали, что здесь найдено склянок разных. То есть, опять же, это указывает на то, что здесь был лазарет. А вот остаток стены. И вот с другой стороны. Походить, обнаружатся и другие следы, но основное я вам показал. И вот прямо сейчас на ваших глазах я делаю новую находку. Вот еще одна кровать здесь лежит. Она здесь вросла в землю, непонятно, но она похожа в сложенном состоянии. Не знаю, попробую, конечно, ее сейчас достать. Инструмента у меня нет. Чтобы как-то ее откопать немножко. Да, вот она. Сейчас попробую все-таки извлечь. Ну, подраскопал надо ее. Она вот, вот она вот так лежит. Корни тут ее держат. Надо, короче, этим заниматься по-нормальному. Пусть лежит, видно, потом достанем. И опять же, вот здесь вот остатки барака. Прямо тут бревна. И с другой стороны вот тоже кровать. Вот. То есть вот здесь вот все такие были кровати. Так, ну что, надо собираться. В обратный путь начинает темнеть и холодно, честно говоря, около нуля на улице уже, вот видите, снег лежит. Так, ну все, вот углубление, вот дорога, лагерная дорога, вот она насквозь проходит. Вот еще. Еще одна яма, еще одно углубление, это поглубже, и такое ощущение, что там что-то есть, но все затоплено. Здесь вот тоже непонятно. Здесь. Ну а тут в беседке у нас сложные вещи, которые мы нашли первые экспедиции, колодезное большое ведро, подошвы, сапог, пожалуйста, большой котел, где варили, предположительно, пищу, ну и немножко железа вот тут от печки, дверка явно была. Так, ну все уже ушли, ждут меня, я тогда тоже буду двигаться, остался я здесь один. Посмотрю, все ли я забрал свое, да, все взял. Все, друзья, в обратный путь, пойду всех догонять. Машину грею. Сейчас будем выезжать обратно. Уже темно уже становится. Темно. Стараемся. Четыре. Да, ну все. Нет. Скажи, раз, два, три, четыре. Камеру почистить. Почему зря-то? Она все. Мама тогда закричала. И уже вообще весь кричак был. Да. Все парень. Нет, ну сколько вообще, да, испытала.
Значит, и змей там будет? Везде ежик есть. Знаешь что? Я один раз с мышкой подружилась. Да, в садике, в Павловском. Она была ручная? Нет, обычная. Ты ее подкармливаешь? Да, погладила. Она не страшно. Она просто побежала. А он ее подкармливает. Никакого уголка, да. Леса небольшой осмотр. Все ли тут у нас нормально, ничего ли не нацепляли, никаких веток вроде нет. Колеса не проткнули. Все нормально. Ну вот едем. Обратно уже по хорошей дороге, можно сказать. Лев. Поехали. Я его пристегну. Ага, он позаботился о братике. Слава тебе. Выехали, да? Выбрались, да. Thank you.
Все, друзья, я вернулся. Семейство отправил домой, а сам поехал в баню. Немножко хочу попариться и отдохнуть. День сегодня интересный, насыщенный на события. Ну а вам говорю до свидания. Надеюсь, поездка вам понравилась.